Добрый день. Хочу обратиться к администрации села Семилуки, к Шедогубову, также к губернатору Воронежской области по поводу того, что изуродовано наше село. Ввиду программы, у нас проходит программа «Чистая вода». Подрядчики, которые занимаются этой работой, поизуродовали все село. Сделано так, что просто невозможно. Не проедет ни скорая в случае каких-либо нештатных ситуаций, ни пожарная, ни милиция, никто. Вот ходить по таким дорогам — это просто невозможно. Вот посмотрите, пожалуйста. И получается, как и это еще продлится неизвестно сколько времени. Как сельские жители должны жить в этом аду? Вы подскажите, пожалуйста. Кто-то должен это курировать, что если они что-то нарыли, что-то сделали, то они должны за собой это все устранить. Почему мы должны, сельские жители, выходить с лопатами и устранять за ними все эти прорывы, все эти разрытые канавы? Мы выходим и делаем это все сами. По улице, когда все это прокладывается, люди бросают машины, даже к себе домой во двор не могут въехать. Все перерывается. Вместо того, чтобы сразу убирать за собой все это, весь этот ужас, они все это побросали. Посмотрите, пожалуйста. И это только одна улица, а изуродовано все село. То есть, где они были, все изуродовано. Это просто вандалы какие-то. Я не знаю, как они пройдут проверку на качество работ, потому что трубы проложены, брошены просто в землю. Вырыта яма, траншея, трубы брошены, нету просыпки песка, то есть нет подушки, куда кладутся эти трубы. Как вот ходить?